Хорош,
надо обязательно бывать в пол. Да давай. Не, если на целый день, то ем, а я ж уеду чуть там после четвертой. Бля, может Мишаня, блядь, попросить кричи зайти? Попроси. Он обычно с запасом приезжает. Парни, поднимай! Не расслабляемся, сейчас обороты поплотнее.
натуре, да? Дал один, вот один, вот один, ну, право. Мне кажется, по каждому считает, да? Вот. Телегу ему лучше. Может, ты напишешь? Давай. Что там, два? Или у тебя этот телефон? Не, у меня есть, есть телефон. Давай, хорош, хорош. Пожалуйста, дай. Пиши ему, чтобы он ему два антиста. Ага. Напиши, что ему. Хорошо, хорошо. Я упустил. Лёх, можно повтор? Надо тоже, нормально. Федор, держи пока тёплый. О, серьёзно? Ничего себе. Спасибо. Спасибо большое. Федор Афганич, 10. Сахар вредный. Забить надо, ребят. Димон, опять здесь. Вот. Саня, приударим. Входящий. На твой! Там сами разберутся. Знаешь, как 4 miles? Это кайф. А, лучше дивизион я покажу. Да, да, да. Играть надо, парни. Можешь выбросить, пожалуйста? Спасибо. А то сдует, если поставлю. Да, сразу мне немножко, пожалуйста, парни. Пусть 15.
13, девяточку ебану. Трюха, плачина! Будут говорить просто, Паш. Необычное сочетание будет. Ну да. Это не Артема. Да, не Артема. Саш, был бы Артемюк. Артемюк? Ага. Проще. Кстати, да, подлиннее, попроще. Голову подняли! Чьёк, это вообще украинская? Да. Тарифа, да? О, паска. Без паса там, на отскоке. 4-4. Не, Богданов очень хорош, прям, прям очень сильный. Ну да. Какой я болит?
Хорош! Забивай! Ай, блядь! Я по линии стою, а отсюда выбегает. Да нет, еще, блядь, вот он выбегает. Да нет, даже по линии. Как тут? Я тут. Опса! Бля, ну не нахуй. Хорош. Давай, давай, Пашка. Алло, блядь! Дали, дали! Они офсайд делали. Так что получилось. Синхронно вышли. Да. Да, попробуй догони их. Блять! Айо! 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 Ай
Я когда приехал, посмотрю, Женя не родился, я думаю, ну все, нам пиздец.
8 на 8, не выиграл. Его поставили слева, но 2-3 момента. Там это живая игра, блядь. Прокинул быстро. Уже да, вообще нет. Там вообще не играет. Они там не играют. Вот так. Да, да. Они просто убирают. А я не играю. Приют это вот здесь, там есть. Даже это как бы миф о том, что мы сюда 8, там типа больше всего. Там где не передача вперед и быстро. То есть никто там не раскатывает прям. До верного, блядь, там. Здорово. Тебя не узнать только, блядь. Да, конечно, я в операторской форме. Операторской форме. Дай мне, блядь! Сами, дай мне, блядь! Дай, Витя, дай! Дай, Витя, дай!
Yeah.
Человек удар со всех позиций. Минус нулевой угол, блядь. У нее всегда зажата Д. Она как, она залипла просто. Она пережата. Просто у него, она залипла, я понимаю. А только мяч у него, это его персонаж пьярит. Кто больше нанесет ударов, зачем-то у вас. Я или Канел, удары посчитаю. Ты че, блядь? Опа, один, блядь!
Серег, а у тебя стул складной, который для Джорджа, он где? Другой, не синий. Синий под ним сломался. Он теперь на коленках сидит, снимает. Там стул вот такой же был. Ему и Коля купил. Но он почему-то, Коля... у него сидушка вот эта вылетела. А просто на стуле до 98 килограммов. Подписано, он 99. То есть тот не добыть, да, сейчас будет? Бля, ну он на большевиков, но... Просто Леры нет сейчас дома. Ага. То есть она куда-то собиралась и, ну, заехать-то можно, не верить. Рэй, ну Саня, ну ты пожалуйста, ну, как не было? Ну ладно, подумай. Синергия, как? Ну, блядь, Саня, ё-ё-ё. Ты имеешь в виду... ВВБ сейчас какие-то. Я не знаю вообще, что там по стульям. Просто вчера же он снимал ВВБ, там был стул. Ну это скорее всего местный какой-то. Я там, ты можешь заехать в ВВБ взять там. И попросить у них их стул? Я же не поеду у них попросить. Да, 4-3. Да. Один, Ваня, один. Вот Коля купил. Ну, Коля тоже. Человеку, который весит больше меня. Коля тоже молодец. Я вот почти всех рисовал. У нас 11. 11? Большой готовить? Хорошо.
Третий сезон, да, подряд уже. Зажат. Все, только Д. Без катания. И вот зонтики, только Д работают.
Хорош! Ой, блин, меня за член трогает, блядь. Чё, обезьяна, ёбка, Чего, ты видел, что твой ребенок говорит, сука? Ты что, блядь, вообще что ли охуел? Дима, вообще с поля покинь, блядь. Чего, блядь? Все хорошо было, блядь. О, народу, блядь. Федоров. Слышь, парни, только без обреза, вот тут крутить эту тему. Слышишь, без обреза? Сейчас обрез. Пол красный, пенальчик-то прям. Надеюсь, а время кончится. А у них, понимаешь, была другая. Так, какая минута? Это что, нас решили побаловать, что ли? Оператора нам дали. Это разовая акция. Здорово. 58. Чтобы мы понимали, как нам будет потом хуёво. Да не, наладим. Как хвой там, блядь, самое, куда он попал? Куда? Вистамина куда-то вниз. Есть мяч. Парни, на обзор. Вот мяч, блядь, парни. Ладно, я пойду за мимо. И даже трансляция онлайн со звуком. Дали, сами. Вообще, блядь. Ну так это праздник у тебя. Так. На ногах, на ногах. У нас еще. Лучше, еще вставай. Кстати, болезненно. Ой, не видно? Рисуйте. Доработаем. Увеличение. Увеличение. Санкт-Петербург, поле такое здесь. Главное, вы друг друга. Никого не хватайте. Качалка. Забить надо, Валер! Бокальчик премиальным ближе, давай, давай его. Сейчас народу надо. Финка, Антоха. Да, да. Где? Еще? Еще? Я же извинился. Твои извинения ему не нужны. Зачем мне твои извинения? Он у тебя за спиной тявкой там будет сидеть, что ли? Он не будет больше тявкать. Слышишь, он ребенок. Блин, просто нельзя, я понял. Ну тут просто человек ему, блядь, старший дядя ходить. Я сказал, поговорю.